керамика является очень древним видом искусства, профессия изготовителя художественных изделий из керамики развивается в ногу с прогрессом. Наши мастерские оснащены новейшим оборудованием, на котором можно производить полный цикл операций по изготовлению керамических изделий. Также появилось очень много новых материалов, с помощью которых можно добиваться различных декоративных эффектов. Керамика – очень разносторонний материал, который включает в себя и творчество, и технологический процесс. В детстве я всегда любила лепить, мне всегда нравилось это, и я хотела совершенствоваться в этом деле, делать более сложные изделия. Окончив 9 классов, я решила заниматься этим делом более профессионально и поступить по профессии изготовитель художественных изделий из керамики. Здесь я освоила различные техники, научилась пользоваться важным оборудованием, такими как печь, гончарный круг, сушильный шкаф и прочее. Используя свои навыки, я научилась делать более современные и сложные изделия. И в будущем я планирую связать свою жизнь с этой профессией и открыть собственную студию ремесленной керамики. Сейчас я на 3-м курсе, и этот год стал для меня насыщен важными событиями. Одним из этих событий стал чемпионат WorldSkills по компетенции «Ремесленная керамика». Для меня это стало колоссальным опытом и повысило мою профессиональность еще больше.